Надо глянуть, сколько там осталось до конца сезона. Шаманчик, Дарк Виллоу. Кстати, было бы прикольно забузить тот самый страту через Дарк Виллоу. Дарк Виллоу и ульту этого Найтсталкера. Потому что она вроде как перезаряжается. Вроде как. Я слышал. Вроде как. Что, реально можно находиться довольно долго. Потому что, если взять Unstable, можно все-таки, мне кажется, раза 4, наверное. А 4 это 28 секунд, так полагаю, бессмертие, если против тебя физа. Нет какого-то постоянного дэмэджа в виде магии. Вроде интересно смотрится. Мина. Ну, мина, конечно, такая себе. Ну, тоже, да, вот, если взять, например, на крипах, то бессмертие не получится сделать. Перезарядка ульти Найтсталкера слишком большая. По-моему, что-то вроде 120 секунд, если честно. Если мне не изменяет память. Возможно, нет. Брать мину чиную. Ну, мина не на минере, конечно, все-таки такое себе. Все-таки, мне кажется, такое себе. И все. Ничего особенного. Патч вышел. Обновление было на 100 мегабайт. Должны через недельки две, наверное. Ну, плюс-минус, да? Завести холодрыжество новенькое. Тоже интересненько. Ну, кому-то интересненько. Мне не особо, конечно. Все-таки мы как бы по кастомкам. Холодрыжество прикольно, но это получается... Возможно, в него нельзя будет играть бесплатно, хотя не знаю. Холодрыжество, если я играл, то это было 100 лет назад и один раз. Что у нас здесь происходит? Ага. Акс говорит, в лужу я не пойду. Блин, интересно, почему нам не показывается, что способность в КД уходит? Это как-то тупо. Не, прикольно, ничего не добавили. Пока ничего. Глобальное обновление выйдет, я думаю, в 24-м. Сначала выйдет холодрыжество, а потом в 24-м завезут глобальное обновление с новым героем. Но когда конкретно это будет, не знаю. Может быть, ближе к февралю. Может, в середине января. Но все-таки, мне кажется, январь-февраль точно выйдет патч. 100%. Блин, тут, мне кажется, мало шанса выиграть. Нет. Ну этот сноубол, конечно, это имба. Я тут в любом случае бы сдох, потому что дэмэджа никакого. Отсутствует дэмэдж, да, есть защита, но это сколько, на 3 секунды. Тем более, если... Подожди, там бланк соул, да? А, там болит страйк, поэтому так больно. Логично, больно. Кстати, получается, что в эти тирни могут попасть не один, а несколько. Да, через 0,3 секунды вырастет лабиринт. Они накладывают оцепенение на задетых противников, наносят эмпирический урон. Длительность лабиринта 15, длительность оцепенения полторашка. На третьем левеле 2,5 секунды. Баш против Клифа. Клиф. Наверное, все-таки баш.
just as I envisaged. Тут, конечно, пока я не уверен, конечно, в блюре. Я могу взять блюр. Я могу на крепочках исчезать некоторое время. Что, по сути, прикольно. Единственное, чего не хватает, это урона. Урона вообще не хватает, его нет просто. Его просто нет. Блин, он тоже, да, у него бравлер. Но из-за того, что у него виндран, то не попадает, и бравлер не ускоряет и не добавляет дэмэдж. Короче, какой-то, блин, брит. Вроде что-то интересное, да, когда ты можешь нарастить себе урон, но... Но то, что он взял виндран, это, конечно, прям... Блин, тут на самом деле как-то опасно. Я, конечно, могу взять рефракшн, но стоит ли брать? У меня есть рейдж. Рефракшн, по идее, прикольно, конечно, но это не та самая защита, которая мне нужна. Лучше все-таки взять это. Больше шансов выжить хотя бы. Потому что крепочки как-то... Я под сам себя убиваю под баджужей. Сам себя. Он все-таки выиграл. Вы что вы творите? Как? Вот это вот, конечно, прям непонятно. Сильно непонятно. Крутилка хотя бы какой-то дэмэдж. Баджужа не перезаряжает. Шадриалом-то логично. Тут прям так и написано. Баджужа не уменьшает перезарядку данной способности. Потому что если бы перезаряжала, то она бы была бесконечная. Это была бы имба тогда. Просто неубиваемый билд. Так, у нас 16.6 на 4 левеле 14. Зато есть талантик сразу, минус 2 секунды шедриалом. Это прям капец какая имба. Но они, конечно, взяли, увеличили базовую перезарядку на 5 секунд. Это прям капец. Слишком много. Атака не прерывает действие способности, и до ее окончания каждая атака будет наносить дополнительный урон. Ладно, что ж, пусть будет броня. Там как-никак и восстановление здоровья дает. Вроде неплохо. Блин, честно, вообще не знаю, через что играть. Куда идти? Что делать? Найти Unstable Arcana.
Да, Unstable Arcana нет. Изи. Ты меня не тронь, а я тебя убью. 1-1, 8-1. Подожди, что мне вообще хорошо сюда зайдет? Вархаммин или контрабандист? Не, наверное, контрабандист будет гораздо сильнее. Акс выиграл. А каким это... Подожди. Они не в пати, да? Они не в пати. Я проиграл 1500. Дэм. Так, стоп, у него... У него рент, БКБшки нет. То братка, крутилка. И все, да? Жестко. Что ж, окей. Жестко так жестко. Да, блин. Вечно эти предметы как-то расставляются не так. Нифига себе у него дальность атаки. Нормально у него дальность атаки. Я оценил. Оценил масштаб трагедии. Подожди. 550 плюс 500. Ну да. Тут 550. Ну тоже, да, вот когда тебе нечем дамажить, это основная проблема. Основная проблема билда, когда тебе дамажить нечем. Короче, рк бьет мало. Да, 11-11 тысяча урона, но извините меня. Две жизни. Защиты мало. Защиты почти нет. Не, ну по идее мне можно было к нему подойти, чтобы крутиться. Я что-то как-то даже и забыл, что у меня крутилка. Мне нужен шард, получается. Мне нужен шард. По крайней мере для того, чтобы чуть-чуть резать дэмэдж. Потому что основной дэмэдж сейчас вот здесь, это торчерка плюс крутилка. Брабл Мейс, да, будет дамажить, торчерка это усиливается, подожди. Периодический урон. Ну, что это такое, 65 дэмэджа. Не, это очень слабо, даже торчерка сильнее дамажит. Гораздо сильнее, хотя бы проценты. Чем больше хп, тем больше дэмэдж и тем больше снижение регена. Все-таки 55% немало. Забашил 20 тычки, нормально. Мне показалось на миг, что Рики все-таки выиграет. Возможно, он его не убил, но там, блин, там, конечно, да, неплохая сборка. И ганслингер, и прикачка, и баш, и две жизни. Но тут прикольно то, что акробатика. Акробатика позволяет избежать летящие снаряды, а это в том, как раз против дальников тоже неплохо играет роль. Особенно в тройку, это 50%. Защита от дальних тычек, это прям какая-то имба, если честно. Не, Войт, ты так точно не выиграешь. Ну нет. Он сейчас заагрит меня 100%. Я сейчас буду заагрен. Сильно заагрен.
Я же говорил, что буду загрен. Он еще успел ко мне подойти. Сколько там? Сколько там скорость передвижения? 350? Нет, 315. Кажется, как будто быстрее. Через терни. Реально, тактика называется «Через терни к звездам». Прироста, если в общем взять прироста, они, конечно, очень слабые, но не хватает прям силы очень сильно. Прям очень сильно не хватает силы. Там еще минус 7 секунд при зарядке Брабл Мейза. Ё-моё! Но пока 2 секунды длительности Шадыряма поинтереснее были. Хороший предметик сбивать всякие негативные эффекты. И про развеивание нормальное. Пойдет. Кстати, поставка минус 8. Ё-моё. Ну ладно. Как будто я не ставил. Типа, где ваши ставки, сэр? Ой, сори, забыл. А, подожди, оно же перезаряжается бажужей. Кстати, перезарядка 4 секунды. Бажужа перезаряжает способности на 6 секунд. Получается, оно бесконечно. Только нужно успевать прожимать. И говорится, да, это жестко. Да, правильно, ты там постой, а я тут пока это покайфую тут. Я тут посмотрю, пейзажами полюбуюсь, в леса зайдут, пахнет лесом повкусно. Не, он, конечно, так прям нагло подошел. И самое интересное, что я вообще его не пробивал. То есть я вот включил Шадыряма, начал его бить, и как такое ощущение, как будто 0 дэмэджа. То есть вот удар с руки 290, 3 удара. 3 удара с Шадыряма. Там оборотов нет. Неужели настолько много брони? Бронирован и опасен, да? Жестко. Плохо, что пока дамажить нечем. Если турбулент выпадет, будет прям превосходно. Можно, конечно, еще штормкрафтер перед предметом перейти тир этот после 30 волны. Нет, подожди. А, нет, не выпадет. Мне уже третий тир выпал. Подожди. Фликер, третий разряд. А, жаль. А четвертый тир, что там интересного? На самом деле ничего. Только перезарядка, либо Бука за Шеду. Остальное, конечно. Ну, Мирор.
Мне, раз честно, не интересен, потому что я в основном буду находиться в рейдже через Бажужу и Шедериалми, поэтому... Только против Дума. Точно нет. С одной стороны, я понимаю, что очень плохо, пока нечем дамажить. Основной дамаж крутилка, но пускай. Я ее не зря взял, так что ладно. Самое интересное, он отходит. Потом какого-то хрена подходит. Но ты же вроде не ближник. Ну там шансов не было, потому что мы ему гост нечем пробить. Я так полагаю, это дотеры позаходили ночью. Не хотят спать. Хотят обузить кастомку. Хорошо крутится вилка. Вилка, говори. Как-то смешно. Смешно как-то. Хорошо крутится вилка. Были бы хотя бы приросты по интеллекту 3-0, ну что это 2-6. Я понимаю, универсал, да, но как-то маловато 2-6. Но сделай хотя бы 3-0. О, ёпа, понял. Подожди, а чем он его пробил? Да, что, он не смог нажать гост или что? Если честно, я вообще не понял, как он выиграл. Да, он кинул палку, да, он... Возможно, он кинул страх, поэтому тот не нажал гост. Он ушел в Шедриалм. Сноубол не смог нажать. Хотя уйди в астрал. Неужели нельзя уйти в астрал? Там не было сала. Это все как-то очень-очень странно. Прям очень-очень странно. Вилка в танка? Не, вилка в этот. В защиту. Вилка в тень. Я точно не танк. Был бы я танк, у меня была бы дисперсия какая-нибудь в теории, да, там Enrage, куча никса, возможно, пассивка Бристлбека. Может быть, Булварк, и то, какой Булварк, против Физы, ладно, может быть. А так, можно сказать, что это все-таки вилка через защиту. Потому что у меня это защита, а это перезарядка моей защиты. 14, да, ну я понимаю, что мне нужны Октарины и Призма, и все мне нужно. Все-таки перезарядка Шедериалма слишком большая. Хоть и длительность 7 секунд. Пока непонятно, каким образом он выиграл. Башем. Блин, у тебя же дальняя тычка. Кинь палку, ударил несколько раз и все. А потом уйди в Шедериалм. Зачем сразу уходить в Шедериалм? Потому что если он уходит в Шедериалм, убивает его, то, естественно, потом что? Потом суп с котом. Так, 16-8. 12-4. 2-2. 2-2, да. Получается, с Октарина будет у нас 1-6. Вроде как, или 1-7. Вроде 1,6. Так, нам выпало 6 интеллекта, 6 силы, 3 ловкости. Сойдет. Подожди, там минус 7 секунд перезарядки. Получается, сколько будет перезарядка? По-моему, будет довольно приятная перезарядка. Не успел.
Немножечко запотели, немножечко. Чуть-чуть. Чуть-чуть пришлось побегать. А куда он ушел в инвиз? А. Ясненько. Говорится, пришлось чуть-чуть немножечко запотеть. Чуть-чуть, прям чуть-чуть. Наш Адриан получается дополнительная дальность атаки 600. Достойно. Вместе сыграть, что вместе в DOS? Так, нам нужно апать в любом случае Целестиал. Докупать ветра. Я, наверное, зря поставил на него. Ну второй раз вряд ли он убьет его. Не, убил, нифига себе. Почему он так дамажит? Алло. Такое ощущение, как будто у него крутилка бесконечная. Просто загрел, крутилка такая. Жук-жук-жук-жук-жук-жук. Что это было? Это бах? Или что это? Написано, убирает перезарядка способности. Для чего это сделано? Подожди, убирает перезарядку, и что? Способность больше не имеет перезарядки. А, ну это сделано для того, чтобы каждый эффект снижал дэмэдж, чтобы оно продлевалось на 6 секунд. И это не сбивается. То есть неважно, сколько у тебя сопротивление эффекта, оно будет висеть ровно столько, сколько и задумано изначально. То есть оно не висит как негативный эффект, оно повисло и висит. Если у тебя большое количество противных эффектов, то оно все равно будет висеть столько же, сколько и у того, у которого меньше сопротивления эффектом. Так, что мне взять? Акробатику? 20%? Ни о чем. Контрмагия? 15%? Ни о чем. Отторжение? Не вкачано. Уклонение? Бесполезно. Броня нужна. У нас броня вкачана в двоечку. Но это немного. Хотя, если так логически подумать, почему бы и да. Так. Да, как я и говорил, 1.6. Перезарядка Шедуриалма 12.6. Тут 9.3. И тут 12.6. Прикольно. Блин, там как только баш вылетает. Блин, Рики, конечно, прощается с жизнью. Неприятная штука, баш. Тут Shadow Realm. И чё? Пусть. Тактика называется «Через терник звездам». Если долетишь, правда. Никто еще не освоил космос.
жаль. Турбулента нет. Но мне либо призму брать, что логично, потому что тут 15% к сопротивлению, к снижению перезарядок. А это максимальное снижение, которое возможно в кастомке сейчас, на данное время. 15, 25 и 17. И плюс Бажужа. Бажужа перезаряжает не все, поэтому... Ну, такое, конечно, такое. Но теперь уже... Подожди, 1,6. И осталось 2,6, 1,6. Чё, я не понимаю, 12 и 15 это не одно и то же, что ли? Ой, одно и то же? Не может быть. Тут 15. Как бы 3% разница, алё, тут 12. А всё-таки перезарядка, как было 1,6, так и осталось. Хотя здесь уменьшилось. Или может это просто незаметно, может там 1,65, а там оттуда 1,6. Мне кажется, всё-таки должно быть как-то... И что-то мне подсказывает, что должно быть как-то поболее. Хотя... Здорово. Не, ну блин, конечно, хочется турбулент, потому что турбулент это такой предмет, который дамажит ё-моё. Особенно с Бажужи. Там будут тики бить каждую секунду, даже быстрее. Тут единственное, что не очень, да, то, что меня убивает Бажужи. Вот это вот неприятная тема. Заобозить Fan of Knives. Fan of Knives это раз в 7,9 секунд бить чистым дэмэджем 16% от максимального здоровья. Плюс Бажужа. Чей кидает туда? Правильно. Кидает его туда. Куда-туда. Сейчас посмотрим. Это просто изи. Тут, блин, два удара, 940 урона. Получается, что у него хп мало. Очень мало хп. Мне кажется, все-таки пригодится Илинка против всяких направленных способностей, поэтому... Логично. Блин, мне реально бесконечный этот, как его, Fan of Knives. Он просто бесконечный. Не, ну да, это, конечно, урон максимального 16%. Сюда бы найти как раз под Fan of Knives, Бажужу, мультикасты. О-о-о. Тут даже вот если логически подумать, неплохо отыгрывать Brabble Maze. Потому что перезарядка 7,9. Прям реально как здесь. Офигеть. Что за совпадение? Потому что это усиливается торчерка и пускает дэмэдж небольшой. Подожди, 65? Периодический урон 65. На умение влияет торчер пайп. И что? Должно быть не 65. Гораздо поболее. Обидно, подожди, а в чем? Чем он его выиграл? Ну, допустим.
Да, против меня его сало тебе имба, конечно. Особенно по области, прям это вообще нельзя на там стоять. Категорически, если я сразу же выхожу из рейджа, мне на лицо падает сало. Плюс Бладторн, да, ну Бладторн тяжелее накинут в линку, логично. Хотя если взять ветра, то... Он как бы, ну... Да и пофиг. С одной стороны, вроде кажется, FNAF Knives дамажит. Но... С мультикастом было бы гораздо сильнее. Все-таки, мне кажется, FNAF Knives можно... Можно дропать от него. На самом деле, смысла-то и немного. Ну, ёлки-палки. То, что предметы дают много золота, логично, но... Где Турбулент? Ну где же ты? Народ, не забывайте ставить лайки. Как обычно, хочешь поиграть через контрабандиста, найти Турбулента, а его нет. Его что, удалили, что ли? Турбулент. Нет, не удалили. Базовая перезарядка, кстати, 1.5 секунды. Тут 2.5 секунды. Тут даже 3. Серьезно? 1.5 секунды? Да, не, ну это имба. Дум в себя, хорошо. Ты серьезно его не пробиваешь? Да ладно. Всего лишь 48% воротов. А, Ричмонд Шилд. А, ну да. 10 тысяч хп, даже 11. Уклонение. Даже колосса взял, чтобы было больше дэмэджа. О, не больше дэмэджа, больше хп. Дэмэджа будет столько же, потому что это лавкач. Но Ричмонд Шилд блокает дэмэдж довольно приятно. Да, это жестко. Не, ну пока я буду идти в силу, да, логично, чтобы было больше жира. Броня есть, защита есть. ПП нужно больше. Нужно больше золота. Нет. Блин, неужели так было сложно отойти? Серьезно? Я думал, там хотя бы побольше ХП, а у него прям на говне там стоял. Обидно. Чем тут все в лабиринтах? Будет сейчас, будет все в лабиринтах. Блин, офигеть, куда я могу кинуть? Что такая дальность, ё-моё. Прям на самом деле жесть какая-то. Три удара, 4400. Вот это дэмэдж. Да это я понимаю. Это имба. Говорится, да, это жестко.
Подожди, 57-я. 370 интеллекта, прирост 2,6. Она накачает только силу, а казалось бы, вроде даже интеллекта больше, чем силы. Как так? 132 силы съел. И даже меньше. Хотя сила 2,0, а интеллект 2,6. Небольшая та разница. Оказывается, жесткий. Дым. Получается... А, я думал, он перекачивается. Чё, я подумал, что он перекачивается. ГГ. Переигран и уничтожен. А не убил. А не убил. А я живучий. Ла-ла-ла. Тут, кстати, из-за того, что у него ХП больше. ХП у него больше с големом. 7300 дэмэджа. На секундочку. Не, ну Брабблмейс, конечно, все-таки, как ни крути, имеет место быть. Блин, ну что, бесконечно. Не, накрутил ко мне конкуренции, чистый дэмэдж. По области. 80 инстансов. Есть, есть, конечно. Разница тут 8, тут 80. Блин, это чистый дэмэдж 170. Который крутится как ненормальный. И опять турбулента нет. То есть это мне, игра мне очень сильно намекает. Нет, турбулента сегодня не будет, потому что он тебе не нужен. У тебя тактика через бесконечный шедриал, через бесконечные способности. Один, 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 ноль, ноль. И тут один, 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 ноль, девять. Лол. Уже все в тернях будет, чувак. Ты не сможешь выйти. А он что придумал, я понял. Удумал хорошо, прям хорошо. Выждал, выждал, молодец. Я оценил. Какие-то сегодня все молчаливые. Неужели спят? Тут видно, что он запотел. Он видит, что я его не дамажу особо. Хилится. Каким-то чудом. Не знаю, каким чудом он хилился.
Не, все-таки мне... Мне что-то подсказывает, что по идее FNAF можно дропнуть, найти Enrage. И под это все взять обраточку. Опа, да ты чё? Мощно, жестко. Кажется, его оприходовали. Хорошо, когда у тебя бесконечный рейдж, почти бесконечный. Не успел. Войд, куда ты? Блин. Войда жалко. Так старался. Он даже этого как его, Манки Кинга не переиграл. Он АФК что ли? Чел АФК. Главное, он как будто АФК, да, а этот нажал. Как это вообще? Фига себе бедлам. 32 тысячи дэмэджа. Интервал между ударами 0.25. Дальность атаки. Дальность атаки. У него еще есть дальность атаки. Радиус полета. Наконец-то. Ура! Я его нашел. Я его нашел. Интервал 0.9. I'm ready to watch!
Вы что творите? Джиджи. А ручки-то запотели.